Первый класс участники благотворительной акции «Школьный подарок» отправляются с новыми рюкзаками и канцелярскими принадлежностями. В торжественной обстановке во Дворце творчества детей и молодежи школьникам вручили наборы для учебы. На мероприятие пригласили более 320 детей. Школьникам вручили наборы канцелярских принадлежностей, а первоклассникам их первые ранцы с необходимым набором для учебы, а также сладкие подарки. Причем вручали рюкзаки прямо на сцене, под аплодисменты зала. Мы планируем в этом году охватить более 1000 ребятишек, школьников, приготовив их не только наборы школьной принадлежности, но также и спортивную форму, которая носит заявительный характер. В этом году в школу отправится более 47 тысяч ребят. Из них около 5 тысяч детей – это первоклассники. У первоклассников это начало нового этапа в жизни. Они входят в коллектив уже, достаточно взрослый коллектив, когда надо отвечать за свои поступки, надо будет хорошо учиться. Как отметила мама будущей первоклассницы, такая акция помогает экономить бюджет и распределять его на другие нужды ребенка. А подаренных канцелярских принадлежностей хватает на целый учебный год. Сегодня мы на этом мероприятии получили подарки от администрации. Соответственно, я уже вкладываю в бюджет уже меньшую сумму для приобретения рабочих тетрадей. Есть тетрадки, учебники, ручки, карандаши, пенал. После торжественного вручения для всех детей организовали праздничный концерт от творческого коллектива ДДМ.